В России День юриста отмечается ежегодно 3 декабря. Праздник относительно молодой. Он был установлен в 2008 году указом президента России. Крымские юристы отмечают свой профессиональный праздник уже в пятый раз. Сегодня в Крымско-Татарском театре прошел праздничный концерт и награждение лучших сотрудников этой сферы. К поздравлениям присоединился глава Крыма Сергей Аксенов. Свои поздравления стражам закона и справедливости также передал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Министр юстиции Крыма Олег Шаповалов, в свою очередь, отметил, что правовая система страны работает как автомат Калашникова, четко и слаженно. Желаю вам оставаться профессионалами с большой буквы, упорно трудиться в целях достижения справедливости и правопорядка в нашей стране, в целях того, что наше государство, имея таких работников на поприще юриспруденции, можно назвать в полном смысле слова правовым. Сегодня в рамках праздничного концерта наградили не только самых лучших специалистов, работающих в различных отраслях права, но и победителей конкурса «Профессиональный юрист», который проводился в Крыму в первый раз. Заявки на участие в нем подали более 120 человек. Как отметил заместитель председателя Совета министров Крыма Лариса Апанасюк, такое количество участников значительно выше, чем во многих регионах страны, где конкурс проходит уже не первый раз. Работы были очень хорошие, очень интересные по разным отраслям права. И вот вы видели, сегодня мы награждали молодых людей. И я могу сказать, что мы будем и дальше проводить такие конкурсы, потому что, ну, во-первых, это какой-то определенный стимул и для участников в этом конкурсе, для тех, кто собирается участвовать в этом конкурсе. Ну и мы видим, что у юриспруденции Крыма есть будущее. Крымские юристы вот уже пятый год успешно работают в правовом поле Российской Федерации наравне с коллегами с материка, помогая жителям республики разобраться во всех тонкостях закона. Мария Мосур, Артур Чалый, служба новостей ИТВ.